Маловато. Мандатную комиссию избирать не будем. Межобластную чрезвычайную конференцию карманных воров объявляю открытой. На повестке дня один вопрос. Как лучше обслужить всемирный фестиваль молодежи и студентов? Братцы, это дело. Кардиналу я вам говорю браво. А как остальные? Утвердить, брата, утвердить. Оглашаю проект резолюции. Тут у меня записано. Отдавая себе отчет в сложности международной обстановки, мы не можем отмахнуться от политики, хотя и далеки от нее. У нас были, есть и остаются некоторые расхождения с Уголовным кодексом РСФСР, но они ограничиваются лишь одной 162 статьей. Впрочем, со всеми ее пунктами. Так, читаю дальше. Никто из нас не считает себя врагом советской власти. Зато она нас считает. Врешь. Никто из нас никогда не боролся против советской власти. Этот факт не сможет опровергнуть даже Главное управление милиции и уголовный розыск. Понял? Кардинал, я говорю тебе, гений. Гений. Но... Ты что, но? Ты же гений. Я говорю, но. Но мы не можем, как профессионалы, игнорировать международный фестиваль. Это же было бы смешно и наивно. Во, и глупо. Я бы даже сказал, преступно. Прошу не перебивать и соблюдать тишину. Продолжаю. Поэтому мы принимаем решение не обворовывать делегатов стран народной демократии и народов Азии и Африки, борющихся с колониализмом за свою независимость. А весь удар направить на представителей империализма. И особенно стран, примкнувших к НАТО. И к позорному Багдадскому пакту. Браво! Брависсимо!